В эти минуты во Дворце спорта уже идет репетиция спортивного шоу. Только что на сцене завершился саундчек выступления Юзари и Маймуны. Во время триумфа они исполнят новую аранжировку песни «Таймс», которую в мае представит Беларусь на Евровидении в Австрии. Еще раз напомним, что до церемонии вручения премии «Триумф» героям спорта осталось меньше 5 часов. А телезрители по всему миру увидят это грандиозное шоу в 22:00 в эфире «Беларусь-1» и «Беларусь-24».